Капитан мини-футбольного «Кристалла» Дмитрий Арефьев вне игры. Около месяца назад он получил перелом плюсневой кости и вот уже несколько матчей за своих партнеров переживает исключительно со стороны. Со стороны гораздо сложнее смотреть. Внутри все кипит, бурлит. К сожалению, не могу помочь парням. Чем могу, как бы, духом, идеей. Я с ними, естественно, выхожу на площадку. Но не физически, к сожалению. А концовка чемпионата Ульяновска для «Кристалла» обещает быть очень жаркой. Команда борется за бронзовые награды в Суперлиге. И на пути к медалям экс-лидер турнирной таблицы клуб ПСК. В первом круге «Кристаллические» обидно уступили со счетом 2-3, пропустив 2 гола на последних секундах. Хотел взять реванш. Было в первом круге очень обидное поражение. До сих пор мы его помним, мы его никак не забудем. Но и выходили на сегодняшнюю игру с настроем взять реванш и выиграть эту игру. Не избежал кадровых потерь и ПСК. Во-первых, из-за удаления в прошлом туре матч пропускал Марат Сафин, один из самых креативных игроков Суперлиги. Во-вторых, оборона команды тренера Дмитрия Николаева лишилась защитника Андрея Кузнецова. Столб обороны он элементарно перебрал желтых карточек. В итоге именно у ПСК скамейка запасных оказалась намного короче, чем у соперника. Но при этом задачу бороться за золотые медали с ПСК никто не снимал. Мы играли на победу, мы знаем, что отставание было 2 очка от Платона до сегодняшнего тура. Нам надо было набрать максимум очков, задача была, и по возможности ждать ошибки соперника. Духом сильнее мы на голову, парни. Один за всех. Все за одного! «Кристалл» начал с места в карьер. Едва ли не первая его атака завершилась голом. Александр Мухин получил мяч на углу вратарской площадки, и казалось, шансов на продолжение борьбы у него нет. Но форвард изловчился и ударом с разворота забил свой первый гол в чемпионате. ПСК ответил дублем Андрея Чертова. Особенно красивым получился второй гол капитана. Проворный нападающий перекинул мяч через голкипер Антона Загородникова. «Кристалл» мог отыграться в концовке тайма, когда получил право на дабл-пенальти. Но Павел Нефедов сказал: «Не в мою смену». На перерыв ПСК ушел лидером 2-1. Все спокойно в наших руках. Нам не нужны вот эти длинные паузы, парни. Нам нужны забегания, бля, вот эти. Не надо туда закидывать дон, Антош, минимизируй вообще их. Чуть движение прибавить, сразу момент стали выставлять. Да, например, этот игрок сдерживает, этот вступает в отбор, особенно в углах, особенно вот здесь. Сразу все помогаем сюда, все опускаемся, не смотрите этого игрока, если он здесь вверху где-то играет, просто выдвинулись. Главное, чтобы не обыграл, не пробил. Вторая половина игры снова началась с быстрого гола и снова ворота ПСК. Это Александра Кузнецова забыли в нескольких метрах от ворот, и нападающий «Кристалла» спокойно переиграл Нефедова. Ничья 2-2. Ну это какая-то уже тенденция у нас. У нас как начало тайм, начало игры, мы тяжело как бы входим. Видимо, это как-то, может, недонастрой какой-то. Что-то, может, кто-то как-то не размялся до конца. Тяжело всегда начинаем и вторые таймы, и первые. Поэтому так и происходит. Паритет матча держался чистых 10 минут. За это время команды собрали богатейшую коллекцию фолов. Особенно в этом преуспел «Кристалл», который уже к середине второго тайма перебрал лимит персональных замечаний. Ну, судьи задали высокую планку борьбы, поэтому отсюда столько фолов. Неудивительно, что и в первом тайме даблы были, и во втором. То есть судьи задали такую планку, и поэтому игра получилась жесткой, с такими единоборствами жесткими. Шестой фол обернулся для «Кристалла» 10-метровым дабл-пенальти. Его взялся исполнять Максим Соболев. Первый удар защитника ПСК Загородников парировал, но добивание было результативным. Через пару минут Денис Мерте забил еще раз. И казалось, победа ПСК уже не уйдет. Но оставшиеся 5 минут «Кристалл» сыграл вдохновенно. Сначала отличился Александр Кузнецов. Его снова забыли прикрыть практически во вратарской. А затем «Кристаллические» заставили соперника свалить в шестой раз. На беду ПСК нарушение случилось ближе 10 метров. Фанис Закиров шансов Нефедову не оставил. На этом дуэль голкипера и нападающего не завершилась. На последней минуте «Кристалл» получил право еще на один дабл. Но теперь победителем вышел Нефедов и сохранил для своей команды ничью 4-4. Для нас, судя по последним результатам, конечно, эта игра, как, наверное, такой результат, как поражение считается. Потому что мы вернулись в гонку за медали. Для нас нужна была только победа, 3 очка сегодня. Ну, не сложилось. Тяжелая игра получилась очень. Обе команды боролись до конца. «Кристалл» молодцы. Более глубокая скамейка сыграла свою роль. В концовке второго тайма дожали. Просто мы себе очень сильно осложнили задачу. Сейчас, если и раньше от нас не все уже зависело, то сейчас еще, скажем так, задача усложняется 2 раза, потому что, ну, опять же, соперникам еще играть между собой, там как раз сейчас ближайшие там 2 тура будут очень такие напряженные, поэтому все возможно, будем играть до конца.
Очковыми потерями «Кристалла» и «ПСК» воспользовались конкуренты. «Платон» уверенно выиграл у «Промресурса» 13-1. Самым результативным игроком матча стал Игорь Ахметшин, забивший 4 гола. «Погода» в статусе обладателя Кубка «Энерджи» одолела УМЗ 5-3. Причем по ходу матча МЧС вел с преимуществом в 5 мячей, но позволил сопернику сократить отставание. «Илина» выиграла первый матч в сезоне 6-1 у «Валенты». Дубль на счету Нурмухамедова и Кривела. И, наконец, смена была в 2 раза точнее «Маймедиа» 8-4. Покер на счету капитана смены Александра Костенко. Таким образом, «Платон» за 3 тура до финиша оторвался от ближайшего преследователя ПСК на 4 очка. Заявка на золотые медали очень весомая. В свою очередь, в борьбе за бронзу чуть вперед вырвалась «Погода». Преимущество над «Кристаллом» теперь составляет 2 очка. Парадоксально, но МЧС все еще сохраняет теоретические шансы на победу в чемпионате. Несмотря на первую викторию в сезоне, «Илина» тоже имеет только теоретические шансы, но на то, чтобы остаться в Суперлиге. Теперь команде на заказ нужно побеждать в 3 оставшихся матчах и ждать осечки всех остальных конкурентов. 16-й тур состоится в Суперлиге накануне Международного женского дня, 7 марта. И что самое интересное, все 4 лидера встретятся друг с другом. Сначала ПСК сыграет с «Погодой» в доме, а затем «Платон» померится силами с «Кристаллом». Капитан «Кристаллических» Дмитрий Арефьев, хоть и не выйдет на площадку из-за травмы, пообещал, что его команда отнимет очки у лидера. Как будет на самом деле, узнаем через неделю.